Привет, народ! Решила взять на замену своего сгоревшего молота гравер Patriot E101. Поставляется гравер в пластиковом кейсе, в котором его можно хранить. Открывая его, мы видим документацию на транспортную накладную, потому что мне данный инструмент пришел через интернет-магазин. Сам гравер с прорезиненной рукоятью, регулировка оборотов, скоба, за которую его можно подвесить для работы с гибким валом, кнопка выключения-включения, блокировка шпинделя, небольшой набор оснастки и, собственно, гибкий вал, с помощью которого можно упростить выполнение многих задач. На гравере с завода установлены две цанги на 2,3 и 3,2 мм, которые я уже по своему опыту меняю на вот такие маленькие трехколочковые патроны, которые можно зажимать и микросверла, и другую оснастку. Для установки гибкого вала придется вернуть цангу из коробки. При работе с гравером не пренебрегайте техникой безопасности и обращайте внимание на защиту органов слуха и зрения. Мощности двигателя в 140 Вт, а также максимального количества оборотов 32 тысячи вполне достаточно для таких действий, как шлифовка, гравировка, полировка, сверление и других, направленных на обработку разных поверхностей, таких как дерево, пластик, металл, стекло. Людям, планирующим активно пользоваться данным инструментом, советую запастись расходником, который можно приобрести на любых интернет-площадках.